Всем привет, с вами Лена Кустова и я с очередным рецептом. Еще раз докажу, что полезные витамины есть не только в аптеках, но и у вас на кухне. В меню салат с остринкой, в главных ролях кайенский перец и турецкий горох. Если вы еще не пробовали нут и справляетесь, будете регулярно его есть, избавитесь от изжоги. Он легко усваивается и насыщает организм белком и железом. Это, кстати, очень важно для беременных и кормящих мамочек. А магний, который в нем содержится, поднимает настроение без всяких конфет. Итак, для салата нам понадобится 70 граммов нута, листья салата, помидор, 3 шампиньона, сок лимона, масло, соль, кайенский перец. Чтобы сделать такой салат, потребуется минут 10, а вот чтобы подготовить нут, целая ночь. Замочите его, а утром подрумяньте на сухой сковороде. Нам понадобится минут 5. Откладываем нут в сторону, нарезаем очищенные шампиньоны, обжариваем 5 минут на оливковом масле. Затем нарезаем помидор, рвем листья салата и все соединяем в одной чаше. Поливаем соком лимона, оливковым маслом и солим. И последний штрих – щепотка кайенского перца. Эта специя усилит полезные свойства нашего салата. Вы не поверите, он может избавить от вздутия живота, уменьшает головную боль и даже нормализует давление. Вот такой красный лекарь. Итак, в 100 граммах острого салата с нутом 142 калории. Белков 7, жиров 5, углеводов 17 граммов. Порцию такого салата лучше съедать перед главным блюдом. Он разбудит ваш аппетит.